ниточка, да? А шьется она так. Мы выкладываем вперед. Ну, это вперед, это называется технология крэзи. Крэзи – это сумасшедший лоскуток. Ну, есть же у нас, видели, наверное, там одеяло, покрывало, иногда это из чисто геометрических правильных фигур, да, шьется там, все под прямым углом, но нет. Сумасшедший лоскуток – это мы, ну, чаще всего получается роза. То есть мы от центрального пятиугольника нашиваем эти кусочки. И мы, технология изготовления рисунки такая. Мы шьем вот наш верх наборный, потом мы кладем тоненький синтепон или флизелин, потом мы кладем подкладку, кладем под машинку, значит, и хаотично растрачиваем все наши три. Ну, задняя часть у меня не наборная, да, но она все равно тоже вся прострочена. Потом мы уже эту заготовку, она немножечко побольше здесь должна быть. Уже кладем на нее выкройку, уже ровно по размеру мы выкраиваем. И косой бейкой мы все-все края обрабатываем. И таким образом у нас должен быть вперед, зад, бок. Нет, вот все, как бы у нас уже готова деталь. А, еще где-то ниже. И вот наша это, вот это, вот наша деталь, да? И потом мы берем вот так вот, левой стороной к себе, да, наружу. И аккуратненько, вручную, меленько. У нас получается, вот мы это вот все вот так вот сошьем и вывернем. К этой сумке. А, мы можем вот к такой сумке еще сделать сюда карман. Ну, вот если мы хотим, да, при желании, то тоже его весь тоже косой бейкой обработать и пришить, ну, до того, как мы это будем собирать. Значит, в этой сумке ручки – это толстая тесьма шторная. И вот эта вот кулисочка, она существует для того, чтобы, вы представляете, когда нам в магазине отрезают метраж этого шнура, он же сразу раскручивается, он здесь полиэтиленовый. То есть наше некрасивое место, нам же надо это друг с другом собрать, наше некрасивое место уйдет вот туда в кулисы. И обязательно нужно пришить вот сюда пуговку, потому что если мы начнем вот просто ей пользоваться, да, ходить, она шелковистая, это наша некрасивость может вывести. Да? То есть вот эта сумка, она, размер ее ручек, он удобен. Вот моя дочка так любит носить. То есть вот, значит, сумка, и вот эти вот детали, из которой она, значит, должна собираться. Эта сумка, вот крэзи, да, она может быть, ну, клетку сделана яркая, да, а вот зимний вариант, это тоже у нее, ну, она такая, что квадратная, наборная. Передняя часть, ну, задняя часть не наборная, но зато с квадратом. Ну, я ее называю роза в черном квадрате. И технология, вот тоже все детали у нас делаются уже готовые. Здесь наша подкладка, она уже заодно с сумкой сшита. То есть в эту сумку нам не нужно подкладки. Подкладка, она вот она. Мы можете бумажки выбрать, вынести. Таким же образом сделана и вот эта сумка.